Сегодня на совещании у главы города Эдхама Акбулатова специалисты обсудили график работы оперативных служб в праздничные дни. Состав аварийных бригад будет расширен. На всех ТЭЦ обеспечат круглосуточный контроль. Особое внимание уделят системам электро- и водоснабжения. Традиционно в праздники на них увеличивается нагрузка. 24 часа в сутки будут дежурить и специалисты районных управляющих компаний. В случае аварии необходимо звонить в диспетчерскую службу 205. По вопросам электроснабжения можно обращаться по бесплатному телефону 8 800 1380. Отмечу, уборка улиц и дворов будет осуществляться по графику. Особое поручение глава города дал по своевременному вывозу мусора. Усилена работа аварийно-ремонтных бригад, сформирован необходимый запас оборудования и материалов. Это в части жилищного фонда. По объектам теплоэнергетики сформирован запас топлива выше нормативного. На сегодняшний день общий процент составляет запаса угля 150%. И ежедневно мы мониторим данный запас. Также сегодня глава города предложил продлить работу общественного транспорта 1 и 2 января на 2 часа. Кроме того, на особый режим перейдут медицинские службы и лечебные учреждения. Поликлиники будут работать 31 числа, 2 числа, 5 и 8 числа. В поликлиниках будут организованы приемы, соответственно, по профилям, дежурных врачей-терапевтов, дежурных врачей-хирургов, дежурных врачей-педиатров, стоматологов, акушеров-гинекологов в женских консультациях. Кроме того, будут развернуты перевязочные кабинеты.